Вдоль трассы Алматы-Капчагай уже уничтожено несколько километров зеленых насаждений. По информации областного комитета автомобильных дорог, вырубка лесополосы законная и всячески одобрена властями. За счет деревьев на этом месте будет построено шестиполосное дорожное полотно. В общей сложности где-то 14 тысяч деревьев надо здесь вырубать. Это согласно проекту строительства автодороги Алматы-Капчагай, расширение дороги. Эта вырубка – еще один удар государства экосистеме, говорит борец за природу Светлана Спотарь. В Казахстане и без того достаточно непростые условия – сухая уплотненная почва. От полного опустынивания спасают деревья, но чиновники ставят общество уже перед самим фактом уничтожения. К сожалению, экологическое законодательство в нашей стране настолько несовершенно, что, в принципе, если такое разрешение есть, то это действительно все законно, и у общественности нет никаких возможностей повлиять на процесс. Вместо этих старых деревьев высадим молодые еще лучше. Это любимый тезис госслужащего. Но вот волонтер общественного объединения «Посади дерево» Анар Калиева сомневается, что молодые посадки приживутся здесь. Одна вода для полива нескольких десятков саженцев в сезон будет стоить больше $2000. Три города не ухаживают за деревом, оно, естественно, погибает. То по трассе Алмата-Капчагай, не ухаживая за деревьями, они будут в точно таком же состоянии, они не вырастут никогда. То есть как бы это просто пустая трата бюджета. То есть деревья посадят, не будут за ними ухаживать, там так и будет пустыня. Деревья не вырастут. Сегодня экоактивисты в сети призывают казахстанцев наконец проявить гражданскую позицию. По их словам, только общими усилиями можно остановить этот государственный вандализм.